И мы сегодня ночевали около моря, ехали на табличку резиденция Королевский гольф поля. Вот нашли здесь парковку бесплатную. Вчера вот вечерком сюда машины заезжали, какой-то Атлантик Магна резиденция здесь. Кемпинг не стали заезжать, уже было поздно, и ценник у него хороший, 10 евро. Для Марокко это слишком дорого, я так посчитал за последние дни. И в Марокко был кемпинг, в Танжере был кемпинг внутри. Мы туда что-то не заехали, там дорога нам показалась слишком такая очень крутая, поэтому поехали сюда вот к берегу ночевать. Было очень тихо, спокойно, с утра верблюды ходили. Настоящая Африка. О, Юль, с чем сырнички? Ага. Сырнички у нас сегодня с изюмом, с апельсиновой цедрой, как нас научили местные жители в Марокко. Кстати, в Марокко есть творог. Например, в отличие от Испании, домашний, хороший творог. Его можно купить в маленьких магазинчиках, продают на рынке. Есть даже заводик специальный по творогу. В общем, сырнички у нас с апельсиновой цедрой, с изюмом, с абрикосовым джемом. Ага. И хочу сказать, друзья, когда вот начинается такое утро, я вот просто в этот момент счастлив. Когда мы стоим где-нибудь на океане, на море, в автодоме. Вот мое рабочее место. Сейчас уже стало такое. И... когда Юля что-то готовит, прям вот это для меня самый лучший момент в жизни, когда стоит вкусный кофеек, мы здесь, и прям в этот момент я счастлив, друзья. Вот это самое лучшее, что вообще есть. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars. Хочу немножко рассказать по поводу Марокко, нашего последнего, скажем, путешествия, то есть, точнее говоря, последнее видео про Марокко. Что получилось? В общем, поехали мы дальше вот в город Асилы, после города Асилы поехали в Танжер. Ну вот, одна ситуация в Танжере вообще не очень сильно понравилась. Значит, получилось так, парковку мы поставили прямо буквально вот под центральной гостиницей, там в порту внизу. Оставили автодом на парковке. Пошли погулять, все вроде нормально погуляли. Пришли там обратно очень поздно. Где-то там часов в 10 уже вечера. И хотели ехать там в кемпинг, который мы нашли прямо в Танжере находящийся, там рядышком буквально с городом. И получилось так, что только мы подходить. Вот эта тематика, конечно, марокканская. Вот, ну, я там, вот, получаешь небольшой стресс, когда ты идешь, например, идешь, какой-нибудь парень рядышком идет, раз разворачивается сочно, и там сразу вот они вот так показывают, дай что-нибудь, вот отдай что-нибудь. Конечно, вот этот момент, он немножко напрягает. Он напрягает в каком плане, например? Вот сейчас я в Испании здесь нахожусь, или там до этого находился. Здесь ты никому не нужен. Ты такой же, и тебя никто не будет там просить. А тут получается, конечно, очень много людей марокканцев нормальных, которые уже там от этого отошли, уже там, вот, скажем так, психологически уже более зрелые, уже. Но кто-то еще много осталось таких, которые вот, им надо к тебе подбежать быстрее и что-нибудь тебя попросить. И что-нибудь там дай поесть, или что-нибудь еще там дай, там что-нибудь это. И вот он пристает и начинает около тебя ходить. Ну, конечно, таких уже стало меньше, чем там раньше были, мы в других странах, например, посещали. Но все такие еще остались. И вот это, конечно, напрягает, то, что тебя постоянно начинает дергать, вот твое пространство залезать. И вот здесь получилось так, что когда я к автодому подхожу уже вечером, ко мне парень подбежал, дай что-нибудь, я, слушай, отойди, отстань там, все, я сел в автодом, все, сел, там, ну, начал там, хотел заводить, там мне навигатор поставить. В итоге он подходит прямо к моему, к окну, вот левому, встал прям, схватился за автодом и давай, и показывает мне вот это все, у них вот это любимое выражение, дай что-нибудь, я ушел, отойди. Вот, он все равно стоит, схватился за автодом и прямо тут чуть не мордой мне в лоб вот туда вот, в стекло мне долбить, я уже, блин, думаю, уехали быстрее, вроде мне еще там надо тем более не вот сразу поехать, все-таки город.
мне надо там навигатор поставить, там через парк Фортнайт найди мне там этот кемпинг нормальный, чтобы там он включился, все эти функции, в общем, сделать, там тоже какой-то там хотя бы секунд 30. В итоге вот я вот перед ним сижу, здесь вот там навигатор ставлю, чтобы уехать, он вот он стоит вот около двери, вот мне тут вот это все тычет, конечно, что это вообще напрягает. В итоге я тронулся на автодоме, все, мы тронулись, поехали, я уж по нему забыл, он все ушел, вот. И в итоге едем прям по центральной площади, там в порту, вот прямо по этой вот как, набережной Танжера. И в итоге мне мужик какой-то там справа показывает, там из окошка, там BMW. Парень, что-то у тебя там наверху, я не пойму, думаю, что такое случилось-то? Что там наверху, может быть, думаю, флюк что ли не закрыл, вроде мы его не открывали даже. Ну, в общем, я, одним словом, на аварийке припарковался справа. Встал, думаю, что случилось, вышел. Вот тогда вот забыл телефон и камеру вообще взять. Вышел посмотреть, оказывается, этот, извините, который, блин, мне долбил там, дай что-нибудь, он, оказывается, на автодом залез, а мы даже не услышали, потому что худой был такой. Он залез на автодом и сидит там, сидит мне с крыши, дай что-нибудь, вот это, дай с крыши показывает. Я говорю, ты слезай отсюда, слезай. Он сидит на крыше, ему похеру вообще, сидит там и все. В итоге что делать, я вон, соседний кафе, там какая-то лужайка, за ним кафе. Я кричу в кафе, говорю, полицию, говорю, кол вызовите, полицию вызовите. В общем, начал кричать полицию, вот, показывать. В итоге там через какие-то, через, может, там, секунд 30, пока там вроде люди увидели, я вам показываю тоже. Его тоже увидели, там несколько человек собрались, кто-то даже там на русском показал, что-то даже заговорил, какой-то, видно, марокканец, не знал русский, вот. В общем, одним словом, ему начали уже говорить, что типа, ты дебил, слезь оттуда нахер, вот. Ну, кто-то, может, позвонил, в общем, этот, что-то, видно, понял, что что-то не то. В итоге спрыгнул прям через маркизу туда, спрыгнул и убежал. Вот, убежал. Буквально сразу там после него, там секунд, не знаю, через 30, может, подъехала полиция. Ну, все нормально уже было, он уже убежал. Вот, понимаете, вот эта ситуация, конечно, ну, вот она вот вывела вообще, я не знаю, что могло быть, например, не знаю, вот залез он на этот автодом, он вообще не знает, куда я поехал. Может, там, может, он думал, конечно, что я его там куда-нибудь в Испанию вывезу, я не знаю, в Европу. Вот, мы вообще тогда, в этот день, в этот кемпинг не поехали, потому что там очень был резкий такой уклон, и, в общем, автодом просто у нас туда не заехал бы. Вот, мы поехали вообще за 15 километров буквально от города туда, вот на океан. Мы там вообще ночевали в другом месте совсем, на океане, далеко очень. Чего он думал, я не знаю. А если вот этот, извините за выражение, молодой человек марокканский, марокканец, если бы он нахер упал где-нибудь там на автодоме, или я там газу бы дал где-нибудь, тормознул бы, он там где-нибудь вылетел бы вообще насмерть. Вот, я вообще не представляю, что там было, вот такая ситуация. Поэтому вот, ребята, вот это, конечно, вот ситуация, она вообще у меня полностью, блин, ну, испортила состояние. Понятно, что у меня Юля вошла в полный стресс и говорит, поехали на хер из этого Марокко, быстрее бы, вот так вот. Поэтому вот эта фигня еще есть. Когда даже я уже в этом самом, как его, на границе я уже тут рассказываю, тоже на границе, там меня там из Марокко пересекали уже в Испанию, я рассказываю, что тут залезают. Он говорит, да ты что, говорит, тут вообще, говорит, чуть не там, ну, как я мне объяснил на испанском, чуть не там, ну, не каждый марокканец, но вообще, они, говорит, прям буквально снимают. И реально, у меня тоже автодом, то же самое, ко мне прям заходили, посмотрели, значит, наверх ко мне залезли, посмотрели, кто на крыше есть, посмотрели, кто под низом есть. Видно, вообще, видно, марокканцы бегут как могут, через все щели лезут. Ну, не знаю, не знаю, опять же, не хочу там говорить, извините меня, там, друзья, марокканцы, не хочу там, именно марокканцы, может быть, там, с Африки, там, не знаю, с Нигерии, с Сомали, еще откуда там бегут, я не знаю откуда. Вот. В общем, куча народа просто бежит. И они просто их снимают. Поэтому вот эта, конечно, ситуация, вот она прям вообще вывела из равновесия, непонятно вообще. Вроде все спокойно, но вот это прям, в общем, как-то дала такой пинок, что вообще я туда захотелось уже просто уехать. И еще одна ситуация была, когда уже мы ехали уже к границе. Вот мы проезжали мимо, там мы поехали по берегу на автодоме из Танжера. Поехали мы по... вот мимо Танжермет. В Танжермет тоже стоит парнишка на дороге, вот этот, цветоотражающей форме. Вот, стоит, значит, вышел на дорогу, прям так нагло меня заворачивает, автодом, давай сюда. Я так думаю, что такое вроде. Не вот там, типа, хочешь остановить, хочешь нет. А прям меня вот вышел и останавливает, давай сюда заезжай. Думаю, ну, может, что-нибудь проверка или полиция, я даже не знаю там. Вот, непонятно вообще было, тут сразу не поймешь. Вот, оказывается, раз, подошел, куда едете? Я говорю, мы сейчас тут в Сеуту едем. Что-то покажите паспорта. Я, говорит, что-то да, показываю, значит, представитель компании. Какая у вас компания? Это там ферри, мы там вот такая-то, я представитель там какой-то, нам этот показал, у него там бейджик был такой. Вот, я не пойму, думаю, что такое-то. Я говорю, так до Сеута еще 50 километров, типа регистрация. Я говорю, до Сеута еще 50 километров почти, там еще до границы даже не прошли. Я говорю, какая регистрация здесь? Он тут, давайте паспорта. В общем, не поняли что-то, ну ладно, дали паспорта. Он так прям нагло так все говорит, так с таким вот рвением, будто это вообще прям это истина последней инстанции. Вот. В итоге посмотрел под паспорта, все тут, значит, вытащил вот эту бумажку, которая там вот заполняется, вот это там фамилия, имя, отчество, вот это, положил бумажку, один, и второй поставил, все, ребят, вот, типа, все готово. Я говорю, а что такое? Ну, типа, дайте денег.
Вот, ну тогда мы все поняли, что это просто разводило. Поэтому вот это, конечно, ребята, вот такие вот разводы. Он просто улыбался, дайте хотя бы что-нибудь денег. В общем, такой вот просто, как называется, блядь, объебало. Вот это, конечно, вот эти вот моменты, конечно, они просто уже достали. Вот именно вот, блин, вот что-то, как говорится, берутся вот на губ-стоп. Просто вот они вводят из такого равновесия, просто, ну, как замучиваются от этого всего. Потому что вот это вот мешает. И нас, конечно, вот эти моменты убили. Вот. Поэтому, друзья, если вот вы едете вот так вот, ну вот, просто относитесь спокойнее, не знаю, потому что, конечно, меня вот они вот выводят. Вот все-таки здесь вот, вот в Европе, не знаю, в Испании такого нет. Никто тебя не будет останавливать, там, разводить. Блин, Марокко пока еще такая страна. Блин, ну, не знаю, может, конечно, и другие страны. Но вот мы так не встречали нигде больше. Не помню я, что на автодоме. А тут прям тебя как это, еще так нагло так тормозит, давай сюда, покажи. Вот такая здесь еще фигня есть. И это, конечно, вообще вот это напрягает конкретно вот. И мы уехали, в общем, мы больше... Одним словом, не знаю, пока вот я не хочу там как-то про страну говорить, мы не доехали там до Агадира, до Марракеша, вот не видели там Мирзугу, пустыни, мы не доехали туда, может там, конечно, рай совсем, но вот то, что вот мы были здесь, соответственно, вот мы как-то, ну не вот сильно впечатлились, в общем, одним словом, мне вот наши там 13-14 дней, мы были 2 недели, в общем, мне вполне хватило, пока вот даже я не хочу, я вот въехал в Испанию, прям себя почувствовал, как будто в доме родном, блин, вот так вот, потому что, конечно, ну устал вот от этого, все-таки, когда тебя постоянно там что-то, не постоянно, а постоянно где-то дергают тебя, и нужно постоянно быть вот в этом напряге, когда там тебя тут что-нибудь просят, тут что-нибудь дай, тут вот, вот это, конечно, напрягает конкретно. Уже въехали, тут уже в Испании никому не нужен, то есть ты такой же, как человек, как все, спокойно, тебя уже никто не замечает, вот здесь нормально себя чувствовать. А когда вот такая фигня, она, конечно, блин, замучивает немного. Let's make the most of this night. Come on, baby, take my hand. And we don't need to do the things we don't want to do. Первый раз сегодня едим рыбу в фольге. Юля приготовила. Еще одна у нас тут история вышла. Ну, вы знаете, что я делаю вот интервью с интересными людьми, с гидами, чтобы там сказали немножко там про Марокко, про страну, ну, вообще вот так вот, и там про жизнь реальную. И тут мы созвонились с одним гидом, я по интернету нашел его, позвонил, он говорит, все, ребят, отлично, давайте встретимся, прям с удовольствием встречусь. Там чуть ли там, это было в Рабате, он как раз был в Касабланке, живет в Агадире. Я как раз сейчас захожусь в Касабланке тут с туристами, я даже могу сам к вам приехать. Мы вроде обрадовались, ну отлично, все супер, давайте встретимся, отлично. И вроде к вечеру тут решили, что вроде в Рабате уже нечего делать, как-то вот прогулялись. И тут с другими гидами тоже я тут хотел пообщаться с русскоговорящими. Ну тут они все заняты, у всех тут свои какие-то экскурсии, там через 2 дня, через 3 дня могут только встретиться. Ну я заранее не предупреждал, потому что непонятно, какие у нас планы будут тоже такие вот, как получится. И все, мы сами тут поехали в Касабланку. Он говорит, да, приезжайте, ребят, я тут из-за вас даже отель взял, типа того снял, чтобы вот здесь остаться. Мы, ну ладно, все, приезжаем. Значит, а уже был вечер, подъехали мы где-то к Касабланке из Рабата. Там часть к 8, я уж немножко подустал, думаю, я говорю, вы завтра здесь будете? Давайте, может, завтра видео запишем, просто сегодня уже устал уже сильно. Он говорит, что не вопрос. Значит, сел к нам в автодом. Я говорю, ну давайте, может, кофе попьем, сейчас скажите, парковочка здесь есть. Прямо его с отеля забрали, вот где-то в центре Касабланки. Он говорит, давайте я вас прокачу, сейчас покажу вам все. Я говорю, да уже сил нету. А поехали, конечно, уже там ночью было, там по Касабланке, на автодоме. Это, конечно, жесть полная, блин. Я еду уже, я уж ничего почти не вижу, так не пойму, что. Ну, прокатились там вот, до мечети мы. Остановились, кофе попили, пообщались немножко. Я вам объяснил, что вот я хочу там видео бартером, там вот пообщаться. Вы расскажете про это. Я там ваш телефончик, например, видео оставлю в описании. Вот так, как у нас, в принципе, есть такие договорные отношения. Он вроде, да, все. Значит, оставил нас, мы остались ночевать, уехал в отель свой, значит, думаю, ну, утром ждем, договорились. Он с утра позвонил, мы как раз ходили пока прогуляться в мечеть с утра, в 1 часов, как договорились, позвонил, говорит, все, я сейчас, ребята, опаздываю немножко, сейчас еду. Не против, говорит, если будет со мной еще, говорит, 2 гида русскоговорящие. Я говорю, да вообще отлично, приезжайте с удовольствием, все, ждем, значит, ждем, полчаса сидим. Что такое, нет ничего. Я думаю, ну ладно, давай еще минут 10 подождем, сейчас позвоню. Подождал, звоню, он говорит, о, ребят, извините, тут что-то не могу, мы тут задержались немножко, мне тут надо отъехать, а лучше давайте вы к нам, к Касабланку, в отель подъедете, сюда вот. Я там вчера, как раз около этого были, там такой подъезд неудобный, я говорю, ну ладно, хорошо, давайте, сразу думаю, сейчас из Касабланки будем выезжать.
Все, я тут поехал, конечно, тут ехали мы вообще жесть. Юля у меня в стрессе была от таких вот дорог, от всего остального. Доехали там, кое-как я там подъехал, гляжу, узкий очень такой переулок, чтобы на автодоме подъехать. Он говорит, подъезжайте, все, я уже договорился, вы здесь прям можете на входе встать. Я говорю, хорошо, хорошо. И, значит, получилось так, что я тут подошел к нему, не дождался его. Он тут что-то долго выходил. Я пошел опять за автодому и поехал разворачивать, думаю, ладно, сейчас подъеду. Вроде, то есть посмотрел вот это вот, где встать, все нормально, удобно было, подъехать можно было. И пока вот я тут пошел разворачиваться, он позвонил, и трубку взяла Юля, говорит, сейчас мы, говорит, отъехали, говорит, разворачиваемся, и все. Мы, значит, пока развернулись, там минут 10-15, тут пришлось там объехать немного, потому что движение одностороннее, везде пробки одни, вот, подъехали к этому отелю, значит, звоню ему, он говорит, а я уже уехал. Я говорю, как уехал? Ну, мы вроде договорились, вы же сказали, что вы уезжаете. Я говорю, куда мы уезжаем? Я говорю, развернуться только, говорю, пошел. И все, говорю, куда мы уезжаем? Мы здесь, говорю, уже подъехали. Он говорит, ну, сейчас я подъеду, мне там надо какие-то срочные деньги забрать. Я говорю, ну, ладно, хорошо, тогда, значит, вы часок будете? Она говорит, сейчас я минут через 15 буду. Я все. Мы, значит, заказали кофе там на ресепшене. Я, значит, поставил оборудование, камеры вытащил. Думаю, сейчас видео будем записывать. Сижу, жду его. Раз что-то минут 20 прошло, полчаса прошло, нету. Думаю, что такое, не пойму. Опять звоню ему. Алексей, понимаете, я не могу, вот тут у меня какие-то проблемы, мне же, понять, мне надо срочно деньги забрать. Я не пойму, блин, ну что за херня такая, вроде сказал же, не пойму. Я говорю, ну давайте так, мы вас ждем 20 минут, если вы не подъезжаете, значит мы просто отсюда уезжаем, я больше вам звонить не буду. Вот такая ситуация, значит мы подождали 20 минут, соответственно он не подъехал. Но я как понял, вообще ситуация, что он понял, что тут срубить денег с нас нечего, мы вот тут видео хотели записать всего лишь, срубить бабла никак нельзя, толк от нас кого, поэтому он только с этим вот этим отмазками от нас отмазывался. Вот такая вот ситуация вышла. Я, конечно, вообще вот, может быть, я как раз познакомился с такой вот марокканской, как называется, марокканской реальностью, я не знаю, но вот так вот получилось. Хотя можно было заранее сказать, там, что, ребят, мне это не интересно, например, там, пишите видео с кем хотите, мне это не интересно, или там, мне за это заплатите, например, тогда бы я там сразу отказался, например, вот так, я не понял, но вот это такое вот, давайте попозже, в итоге у меня Юля вся разнервничалась, мы полдня потеряли, поехали в итоге там в сторону вот видео с Зухером, вы уже вот видели его, туда поехали, в другую часть Касабланки, вот так, и в итоге, соответственно, настроение просто упало вообще, мы даже после вот Зухера вообще уехали с Касабланки. Вот такая вот ситуация, поэтому я не понял вот этих вот. Потом мне уже через день, в этот же день вечером, мне перезвонил еще какой-то другой гид. Вот, говорит, я, говорит, типа, приятель этого гида, который вот вам звонил, а вы что хотели-то? И у меня тут вообще дошло, он чудо же вообще даже не понял, что я тут вроде на русском хорошо говорит, отлично. Он даже, видно, не понял, что я хотел. Вот так вот, я опять ему все объясняю, говорю, давайте, он говорит, давайте со мной. Я говорю, да давайте с вами, вы где? Он говорит, я вот сейчас тут два дня занят, вот через день буду тут, вот через два дня, говорит, приеду вот в Касабланку. Я говорю, спасибо, у нас некогда, мы уже уезжаем. Вот такая вот ситуация вышла. Поэтому вот так вот здесь вот Марокко, я как-то посмотрел, блин, не знаю. И вот такое вот это вот уклонение такое вот от ответа непонятное. Может быть, я, конечно, слышал такое, что вот здесь вот в Европе у них не принято так уж сказать, там тебе напрямую нет. Или как там, ну, вообще намекнуть, что там, типа, мне это неинтересно, например. У них вот это какой-то такой вот обвод, и ты начинаешь тут вот что-то вроде ждать, и он начинает тобой манипулировать вот такими вот моментами. Мне, видно, русскому человеку, видно, это непонятно. Тут не могут сказать, там, напрямую тебе нет, и все. Вот такая вот здесь ситуация. Вот так вот мы съездили в Марокко, были там две недели. На первый раз нам хватило познакомиться с этой страной. И думаю, в будущем, наверное, еще приедем, но, наверное, не скоро. Сейчас мы едем в Испанию, потом едем в Португалию. И буду дальше вас радовать интересными видео. Счастливо!